Здравствуйте. Эфир национального телевидения Чувашия продолжает программа «По существу». И у нас в студии, в гостях, военный комиссар Чувашской республики Александр Александрович Макрушин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, бытует мнение, что для работников военкомата горячая пора – это весна и осень. Что вы об этом думаете? Это правда так? Вы знаете, скажу как на духу, что это неправда. Просто нашу работу все понимают, как мы занимаемся призывом. Но есть такой документ, как положение о военных комиссариатах. Он утвержденный указом Верховного Главнокомандующего. В соответствии с этим указом у нас более 40 задач, которые мы выполняем. Помимо того, что у нас призыв, у нас огромный пласт работы по вопросам мобилизации, мобилизации людских ресурсов, мобилизации техники. У нас огромный пласт работы с нашими пенсионерами, у нас огромный пласт работы по ребятам, которые хотят поступить в военное училище. У нас очень много, скажу, особенно сейчас, работы с ребятами, которые хотят служить по контракту. У нас буквально 2 года назад создан отдел по набору по контракту. Раньше это было в каждом военкомате, сейчас это объединили, и в военном комиссариате на Пирогова 10 создан целый отдел, в котором профессиональные военные занимаются вербовкой по контракту. В чем отличие нынешнего призыва 2013 года от предыдущих, например, прошлого? Вот особенность, наверное, этого призыва. Ну, первое, нас обязали. Я считаю, что это правильно. Это должна служить всего лишь 1 год. Вот он уже пришел, и уже надо готовить дембельский альбом. Поэтому мы уже сейчас, когда он только выходит с автобуса, когда он идет переодеваться, вот, тестирование проходит и так далее. Мы с этого момента начинаем его фотографировать, готовить базу данных, которую вместе с его отправкой мы подаем в ту часть, в которую идут призывники. Вот. Поэтому вот это новшество. У нас есть еще новшества, такие как, допустим, введение отсрочек для лиц, которые обучаются в духовных образовательных учреждениях. Это в этом году появилось. Это буквально с этого призыва. Это новшество. Вот. И еще одно новшество – это граждане, служившие в других государствах, ну, к примеру, на Украине. Он отслужил свое время. Угу. Вот. Приехал сюда, получил гражданство России. Вперед служить в России. То есть второй срок? Да, второй срок. Ну, потому что это вот... Вот это вот такие три особенности вот именно этого призыва. Есть еще 170-й ФЗ вышел. Этим законом с 1 января этого года на государственную и муниципальную службу не будут браться никто, не прошедший военную службу. То есть, что было раньше? В 27 лет приходил бывший призывник, уже так будем говорить, и говорил: дайте мне военный билет, потому что по закону после 27 лет мы должны были дать военный билет. И мы отдавали, и все, и он не служил и ходил. Сейчас мы выносим заключение, по какой причине он не служил. И если причин, оснований не было, мы делаем туда запись. На основании этой записи, что у него не было оснований не служить. Его никуда, ни в администрацию, там, допустим, ни в мэрию, ни на какую-то структуру военную, его никуда не возьмут. То есть я обращаюсь к родителям: не порти судьбу своих детей, потому что вы не знаете, как она сложится. Если даже самые богатые, то все равно в конечном итоге в депутаты идут, но и там будет все закрыто. Поэтому не хотелось бы вот портить карьеру ребятам. И пошла тенденция, что сейчас в связи с этим, уже многие это узнали, обращаются к нам и судятся с нами, чтобы мы провели переаттестацию и признали его годным, и они хотят отслужить. Но я уже не имею права это делать, потому что раньше, если в свое время, пять лет назад мы через каждый год проводили медицинское заключение по-новому, может, он выздоровел, не выздоровел, то сейчас мы не имеем этого права. Получил военный билет, все, в запас. Вот. То есть вариантов так у родителей не остается, нет, практически нет, тех, нет, которые когда-то настаивали на том, чтобы ребенок их не отслужил, и теперь им... Да, не надо портить карьеру, потому что, ребята, вся жизнь впереди. Было время, согласитесь, что совсем недавно еще, лет там 5, 7, 10 назад, только ленивый не пинал армию.
Все, пресса только на этом и зациклилась. Только все, ну, в армии очень плохо, в армии дедовщина и так далее. Но вы поймите, мы тоже изменяемся. И меняются условия. Сделали из двух, допустим, лет службы, год службы. Допустим, сделали сейчас, ну, будем так говорить, вот с утра начиная. Был подъем в 6, сейчас в 7. Ну, на час, чтобы побольше поспал. Раньше встали, пошли там, кто-то на уборку территории, кто-то на зарядку. Сейчас нет понятия уборка территории. Сейчас идут все на зарядку. Потом начинается занятие. Никто не идет на хозяйственные работы, никто не чистит картошку. Для этим занимаются специальные организации. Идут конкретно боевая подготовка. Большая часть времени, которая по профессиональному образованию, плюс подготовка физическая. Очень много сейчас на это обращают внимание. Пришли, пообедали. После обеда, как в детском садике, сон. Один час отдыха. Ну, может там поспать, может что угодно. Я могу больше еще рассказывать всего. Это можно телефоны им пользоваться. Выходные, как правило, увольнение. Но вот... Ну, как еще вот? Ну, уже и так... Ну, уже смягчились, да, достаточно уже условия. До максимума, да. Допустим, вот они у нас, ребята, уходят. Мы им даем книжечку, в которой первое – напутствие главы республики. Далее, значит, все телефоны всех военных прокуратур, телефон мой, телефон оперативного дежурного. То есть любой негатив к тебе, если ситуация, которую ты не можешь вырулить, или кто-то тебе пристает в плане дедовщины, набираешь телефон, ты звонишь. Тем более сейчас программа «Позвони маме», мы прямо на сборном пункте под эту программу, ну, телефоны, карточки, вот это вот, там есть свои льготы, то есть военная тоже система занимается. Любой момент мы всегда пойдем на помощь. Но вот в последнее время скажу, что я сам езжу в части, я езжу на присягу к ребятам, к нашим, то есть составе и делегации наших, допустим, в те части, где у нас наши ребята служат, делегации от города ездят и так далее. То есть я тоже езжу, я тоже общаюсь. Вот, поэтому я вам скажу, что военные советы, на которые я тоже присутствую всегда, там один из первых вопросов, который обсуждается, сейчас вот у нас будет военный совет, он всегда именно воинская дисциплина. То есть сейчас очень строго за это спрашивают и командиров. Вот, ну и я думаю, что очень большой прорыв сделан в вопросе дедовщины. Я служить всего один год. Ну а вот уклонисты все-таки они есть, были, я не знаю, будут или не будут. Что нужно еще создать в армии, какие условия? Вот. Как вы с ними боретесь, как вы их ловите? Дорого быть уклонистом вообще, если есть такие суммы, которые платят? Да, вот насчет уклонистов, конечно, эта тема такая больная для нас. У нас достаточно много, ну, я даже скажу больше, более 3000 человек сейчас уклоняются от службы. Нет, даже не так немножко. Они у нас просто в длительном розыске. Это ребята, которые уехали, которые нарушили паспортный режим, которые не выписались, которые, допустим, учатся или работают где-то в других регионах, очистятся у нас. А мы обязаны их призвать, но найти мы их не можем. То есть вот такая вот система. Но те ребята, которых мы находим, которые реальные уклонисты, у нас они тоже есть. Вот, допустим, если взять статистику, то за прошлый призыв, я напомню, было 2076 человек, это мы, которых отправили осенью. Вот из них уклонился службы 78 человек. На общем уровне это не очень большая цифра. Почему? Потому что все-таки в нашей республике вот военно-патриотическая, значит, работа очень большая ведется. Вот, поэтому вот у нас еще эта цифра достаточно, если посчитать до процента, она достаточно нормальная. Вот, значит, на 33 человека мы передали дела в Следственный комитет. На сегодняшний день 14 уже осуждено. Ну, как осуждено? Естественно, никого не посадили, но всего лишь навсего штраф 120 тысяч. Ну, как-то дорого или недорого не служить. Но я вам скажу больше, что мы потом его все равно призовем. То есть он поэтому штраф. Кто-то 120 тысяч заплатил, кто-то 80 тысяч, кто-то 50. Но после этого мы обязательно его призовем. Поэтому это очень дорого не служить. Спасибо большое за интересную беседу. Вам спасибо. А я с вами прощаюсь. Это была программа «По существу». До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.